целях повышения знаний студентов в сфере юриспруденции, увеличения возможностей в их развитии подписан меморандум о сотрудничестве между прокуратурой Джизакской областью и тремя высшими учебными заведениями региона. Об этом далее. Мероприятие началось с открытия экспозиции научно-творческих работ студентов Джизакского государственного педагогического и политехнического институтов, а также Джизакского филиала Национального университета Узбекистана. Его участников ознакомили с научными разработками свыше 40 студентов, достижениями и планами на будущее. Наше сегодняшнее мероприятие является примером социального сотрудничества. Среди представленных проектов есть и инновационные, направленные на решение важных проблем. Мы с прокурором области договорились о скорейшем воплощении их в жизнь. Конечно, это будет очень полезно для наших исследователей. Наметили дорожную карту по адресной работе с молодежью. Взаимное сотрудничество, применяя при этом потенциал профессорско-преподавательского состава вузов, позволит провести ряд интересных мероприятий по активизации духовно-просветительской работы среди молодежи, повышению правового сознания и культуры в обществе. Далее состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Джизакским государственным педагогическим, политехническим институтом и филиалом Национального университета Узбекистана, а также областной прокуратурой. Целью документа является взаимодействие со студентами и молодежью, изучение их проблем, поддержка их предложений, пропаганда последствий коррупции, воспитание молодого поколения в духе неприятия к негативному явлению. Намечена организация содержательного досуга и различных развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с целью раскрытия имеющегося потенциала поколения Next. Вместе с тем состоялась встреча прокурора области и ректоров вузов со студенческой молодежью. Были не только выслушаны мнения и предложения, но и озвучены ответы на интересующие молодежь вопросы.